Ангелина Вовк сказала, что она готова идти на фронт вместе с Хлюшей и Степашкой. Ну, Хлюшу и Степашку никто не спрашивал. Их натянут и пойдут. Хотя на ее место я бы взял Сирию. Мне кажется, если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, ну, перемирие на несколько дней обеспечено. Если бы шубу питать голову с Кадеевым, она же похожа на бренд Versace будет, это будет потрясающе. Телеведущая Ангелина Вовк. Добрый вечер, ребята. Когда я узнала о том, какие разворачиваются там страшные события, я, конечно, думала, надо как-то остановить вот ту сторону, чтобы они все-таки по-другому взглянули на эти события. И я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт. И обращусь к украинцам. Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Остановитесь. Включаю радио и слушаю о том, что бомбили Луганскую область, опять люди гибнут. То есть бомбят обычные дома людей. А моя родственница, она жила под Донецком. В город такой Красногоровка. Она из Ленинградской области вышла замуж за моего двоюродного брата. Началась вот эта бомбежка, разбомбила их дом. Дочь, это моя внучатая племянница, получается, она в результате вот этой трагедии умерла. Только там остались вот эти могилы и разрушенный дом. И я позвонила ей, и я говорю: «Оксана, ну расскажи, что там происходит?» И она мне, я даже не знаю, мне просто... Я не поверила своим ушам, когда она мне сказала, что ваши солдаты там тут творят какой-то ужас. Я говорю: что ты говоришь, Оксана? До этого мы с ней говорили. И она никогда не проявляла никакой агрессии. Значит, там настолько жестко работала пропаганда, что даже она, человек, который, в общем-то, был настроен против тех перемен, которые произошли у них в стране, чтобы она встала на сторону тех людей, которые хотят нас просто уничтожить, нашу страну, нас с вами, наших детей, наших отцов, наших матерей. Вы понимаете, это же ужасно. Нас по... формату мы должны финишировать тем, что вы что-нибудь у золотой рыбки. Да что вы! Да, золотая рыбка. Мы хотим мира на всей планете и будем регулировать рождаемость. Только не убивай наших детей. Поэтому, пожалуйста, золотая рыбка, сделай все, чтобы мир восстановился. Мы гениальный народ. Золотая рыбка, помоги. Только не убивай наших детей. Спасибо, спасибо, Ангелина Михайловна.